стенах Казанского федерального университета прошел семинар для кураторов академических групп. Мероприятие является частью проекта по профилактике дискриминации и ксенофобии в молодежной среде. Тему продолжит наш корреспондент. Как человеку не попасть в плохую компанию? Что делать, если твой знакомый проявляет черты ксенофобии? Как противостоять насилию и многое другое? На все эти вопросы ответы можно узнать благодаря профилактическому практикуму «Стигмы». Это проект, который направлен на профилактику таких негативных явлений в нашей среде, как насилие, ксенофобия, стигматизация. Ну, в связи с последними событиями это очень актуальная проблема. Среди молодежи очень часто встает позиция, что ты не такой, как я, и, собственно, значит, что-то не так с тобой. Вот мы хотим найти какие-то рабочие способы разговора со студентами об этих вопросах. Проект реализуется в рамках грантовой поддержки Росмолодежи как проект-победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов среди вузов. В ходе практикума более 50 кураторов академических групп КФУ прошли специальное обучение по использованию технологии антидискриминационных комиксов для формирования толерантного сознания. Партнером практикума выступил комикс-проект «Респект». Участники познакомятся с методами. Мы за эти 10 лет уже разработали разные подходы, мы их зафиксировали в рамках двух методических пособий, как можно через комиксы выходить на обсуждение вот разных социальных, общественных проблем, явлений. До конца декабря 2021 года кураторы на материале комиксов «Стигмы» проведут интерактивные профилактические занятия со студентами. Роберт Хасанов, Александр Кузнецов, Универньюз.